خامس من أركان الإيمان. Пятый столб имана веры. الإيمان باليوم الآخر. Это вера в последний день, последнюю жизнь. الأيام إجمالا خمسة أيام. مراحل خمسة يمر بها الإنسان. Человек он проходит пять этапов в своем существовании. قبل أن يخلق. Первое это до его сотворения. هذا أول يوم. Это называется первый день. اليوم الثاني عندما يكون في الأجنة في البطن الأم. Второй этап или второй день это когда человек плод в чреве его матери. اليوم الثالث في الدنيا. Третий день или третий этап это вот эта земная жизнь. الرابع في القبر. Четвертый день или этап это существование человека в могиле. الخامس هو آخر أيام هذا هو اليوم الآخر. И пятый день или пятый этап это вечная жизнь. بعد الموت. Которая будет после смерти. الإيمان باليوم الآخر يتضمن بأن نؤمن بكل ما يكون بعد الموت. На самом деле вера в последний день включает в себя веру во все, что будет после смерти. نعم خروج الروح. Выход души из тела. سؤال الملكين عن الوصول الثلاثة في القبر. Вопросы ангелов, три вопроса, которые они будут задавать в могиле. عذاب القبر, نعيم القبر. Мучение и наслаждение могилы. البعث بعد الموت. Воскрешение после смерти. الجنة, النار. Рай и ад. الحساب. Расчет. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر والله أعلم. Все, что будет после смерти, это входит в понятие вера в последнюю жизнь, последний день.